Рубрику представляет компания «Синегорье». В Перми на комплексе трамплинов «Летающий лыжник» состоялись первый и второй этап Кубка России по лыжному двоеборью. В соревнованиях участвовали 25 спортсменов из Перми, Березников, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода и Нижнего Тагила. Тагильчан на этих соревнованиях представлял воспитанник ДЮСШ «Старт» Сергей Дьячук, который стал лучшим в первом и втором этапе соревнований. Хоккеисты «Спутника» последнюю в уходящем году домашнюю серию начали с поражения от пермского клуба. Исход встречи был решен в первом периоде, когда молот Прикамья 4 раза зажег красный свет за воротами Михаила Немолодышева. На 22-й минуте наша команда пропустила 5-й гол. Ответить «Спутник» смог лишь в конце второго периода. В итоге 5-1. Следующий матч состоится завтра, 14 декабря. Соперник – Челябинский «Мечел», с которым «Спутник» в этом сезоне встречался уже дважды и оба раза уступил. Начало матча 18:30. Как рассказали нам в пресс-службе хоккейного клуба, из состава команды выбыл нападающий Антон Гофман. За тагильский клуб он сыграл 2 матча, но результативными очками не отметился. Также отчислен защитник Владислав Ярцев, который в этом сезоне провел со «Спутник» 22 игры и набрал 4 очка. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет следующий поединок с японцем Сатоси Исии, который на Олимпийских играх 2008 года в Пекине завоевал золотую медаль в турнире дзюдоистов весовой категории свыше 100 килограммов. Поединок Емельяненко с японцем пройдет 31 декабря в рамках фестиваля по смешанным единоборствам в Токио и будет транслироваться на телеканале «Россия-2». Исии дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году и в своем первом поединке потерпел поражение. Однако затем он выиграл 4 боя, а свой последний поединок в сентябре этого года с бразильцем Пауло Фильо завершил в ничью. Федор одержал за свою карьеру 32 победы и потерпел 4 поражения. В своем последнем поединке 20 ноября в Москве россиянин победил американца Джеффа Монсона. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта расскажу завтра в это же время. Александр Сальников, Егор Егошин, новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Синегорье», и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Синегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 12 07.